С воинскими почестями сегодня под Светлогорском перезахоронили останки 78 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Братскую могилу обнаружили недалеко от райцентра в густом лесу. В 43-м там базировался медсанбат, куда привозили тяжело раненых бойцов с передовой. Тогда хоронили как придется. Сейчас все найденные останки перевезли к мемориалу в деревне Великий Бор. Залпы в воздух, роты почетного караула, цветы и венки от местных жителей. Список пропавших без вести стал короче на 78 фамилий. По историческим справкам было сопоставлено место. Поиски были достаточно широкие. Ошибка по старым документам составляла около 500 метров. Но это поисковому батальону, так скажем, с добровольным обществом «Николи не забудем» не помешало найти точное место и произвести, так скажем, раскопки. Была обнаружена звездочка прямо на поверхности, около дерева. Естественно, предположительно сделали вывод, что здесь будет захоронение. Оформили документы. Спустя 74 года после окончания боевых действий на полях сражений Великой Отечественной проблема поиска установления судеб и увековечения памяти по-прежнему актуальна. Тысячи солдат до сих пор не найдены. Работа с неучтенными воинскими захоронениями продолжается.